В Казанском федеральном университете состоялся традиционный круглый стол «Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия». Ежегодно он проводится в Институте психологии и образования. Тематика обсуждения каждый раз избирается новая, с опорой на актуальные вопросы. Разные у нас были темы, и глубоко патриотические, и изучали, что такое вообще в целом патриотизм, патриотическое воспитание. А сегодня мы с вами говорим о социально-психологических особенностях межкультурного взаимодействия в современном российском обществе. Мероприятие посетили проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов и проректор по комплексной безопасности Ришат Гузейров. Именно мы и есть судьба России. То есть, по большому счету, мы сейчас живем в очень интересном историческом периоде, сложный исторический период, сразу скажу, потому что по-разному, даже в самом обществе российском, отношение к данному периоду. Но в то же самое время нужно понять и осознать, я своим студентам все время говорю, что мы все являемся носителями российского менталитета. В этом году в рамках программы на обсуждение были вынесены темы, связанные с политкультурной средой, стереотипным мышлением и взаимодействием в студенческом сообществе. Одним из наиболее актуальных стал вопрос различия мировоззрения и подхода к решению различных задач в зависимости от возраста. Именно этот фактор рождает сложности на этапе коммуникации. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.